Вытягивание каната – один из самых зрелищных видов жаз-батыра. Как говорится, никто не хочет уступать, а победа достается тому, кто был чуть лучше готов. Дебютантам многоборья приходится узнавать много нового. На этих соревнованиях я первый раз, первый курсник. Ну, мне понравилось первый раз, но ничего, то, что мы проиграли, наша команда как бы не сдается. Мы идем к победе. Наши соревнования подходили, мы оставались после уроков, подготавливались, гиги кидали, подтягивались. В каждой команде по 10 человек, чтобы стать победителем, участникам приходилось проходить 5 этапов различной сложности. В таких соревнованиях атмосфера очень ужасная. Ребята, вижу, подготовлены, но все равно мы верим в победу, потому что мы можем выиграть, мы и выиграем. Азарт, выплеск эмоций – все это неизменные спутники таких соревнований. По словам организаторов, главная цель – расшевелить молодежь, приобщить ее к здоровому образу жизни не на словах, а на деле. Мы смотрим, какое у нас идет развитие у юношей в физическом компонентах, а также многие элементы связаны с подготовкой не только физической, но и психологической, которые дают заряд бодрости, естественно, на этот, и эмоции перехлестывают, но я это понимаю, что это все-таки мужики, они должны показать свою силу, свою ловкость и свои физические данные. В конкурсе капитана победителем стал Ердос Усерхан из педколледжа. Он опередил Намиля Салауденова из высшего медколледжа и Акыла Жаныбека из колледжа имени Жаяумысы из АКСУ. А в общекомандном зачете победителем жаз-батыра 2018 стала команда колледжа из АКСУ. На втором месте будущие медики, на третьем будущие педагоги. Мурат Билмажит, Азиза Исабай, Анатолий Классин и РТС Информ.